Выпускники сдают ЕНТЭ. По области пока самый высокий балл 133 набрал ученик школы номер 235 Нурдаулет Тулеген. Нурдаулет – претендент на знак «Алтын Бельга». Любимые предметы – математика и информатика. По его словам, он ничуть не волновался перед ЕНТЭ, так как был уверен в своих знаниях. Я ничуть не волновался, потому что долго готовился. С начала учебного года занимался дополнительно с учителями, оставался после уроков, записался на подготовительные курсы. Все свое время, можно сказать, посвятил подготовке. Хотел набрать выше 130 баллов. В итоге набрал 133. Я очень рад. Хочу поблагодарить свою маму за поддержку и понимание. И, конечно же, своих учителей. Любимый вид спорта – волейбол. Правда, в 11 классе пришлось отложить тренировки из-за подготовки к ЕНТЭ. Теперь наверстывает упущенное. Еще записался на курсы английского языка. Нурдаулет очень умный мальчик. С первого класса учится на одни пятерки. Все свое время посвящает учебе. Он претендент на Алтын Бельга. В первую очередь, это заслуга его мамы. Она создавала все условия для его учебы. Он очень общительный, у него много друзей. Сейчас все вместе готовятся к последнему звонку. Будут танцевать школьный вальс. Нурдаулет мечтает стать IT-специалистом. Хочет поступить в СДУ, университет Сулеймана Демиреля в Алматы. И еще, сегодня стало известно, что по стране с начала основного ЕНТЭ один абитуриент набрал 137 баллов. Далее следуют трое выпускников, в том числе наш Нурдаулет, набравшие по 133 балла. Напомним, главный экзамен продлится до 5 июля. Лимар Эргебаева, Талгат Альменов, Дархан Тухсид, телеканал Кызылорда.